Новогодний репортаж. Новогодний репортаж от зайки. Зайка. Зайка. Только не кушай. Я тебя укушу, собачонок ты. Да. Мамочка же обещала репортаж. Зайка! Зай. Ну нафиг. Я боюсь тебя. Ну реально. Я понимаю, у тебя охота поиграть. Боже мой. Фух. Вот он, смотри. Смотри, самый главный обзорик. Скорее. Ребятки, быстрей. Тортик вам на Новый год передали. Передали вам тортик, скорей. Быстрей. Этот лапой самую жижу залез. Стич, зайчка, привет, котеночек. Блин, сейчас он меня хряпнет. Мамочки. Зайка, иди кушай. Забирай его, цыганенок. Забирай, на, иди сюда. Мамочки. Все, сейчас у меня дырка в ноге будет. Зайчка. Не надо его. Фух, да блин, что ж ты... Ой, мама. Илюха, слезай скорей. Скорей. Вон, глянь, остальные идут. Миш, доставай второй тортик. Они уже спускаются. Так, кусаем и не деремся. Нельзя на Новый год ругаться. Зайчка, тише. Давай, подключайся к тортику. Нас на Ютубе спрашивали. Надеюсь, вы их не на шкурке разводите. Вот. Во-первых, мы их не разводим. Все они у нас спасеныши, кто не знает, если. Зайка, вот которого, боюсь, я вену мне прокусывал, из Казани забрали. Его выкинули как ненужную вещь. Да, не злись, малыш. Жуженьку с клетки выкупили. Метр на метр клетка, где даже дна не было. Ну, цыганчата у нас маленькие, осиротели, мы их забрали на выкорм. И Жорик оттуда же, но не братан он их. Он в другом этом был. У Люхи маму застрелили. Вот, он на крыше, на дачах был. Кутю. Носика, который рыжий, купили поиграться. Потом попросили передержать и пропали. Так то все сказы у нас никто не покупной. Ну, двое покупные, но то были экстренные случаи, скажи. Жизнь или смерть. Скорее сюда. Боня, злая женщина, иди сюда. Бонь. Боня, вот она идет. Ее хозяин, ну, как бы, типа потерял, но потом нашелся, думал, но отказался забирать. Сказал, она дебильная, кусается, убегает. Вот. За ней вон он идет, Степка. Степка, который серый, с Ростова приехал. Покалеченный к девочкам там прибился, они его вылечили, выходили, но оставить себе не смогли. Попросили взять, сами с Ростова его привезли. Да, Илюх? Это один из цыганей. Кто там у нас еще толстый лазит? Стич, вот он возле колеса на диван пытается протиснуться. Его лысым нашли в лагере смена, тут у нас под Анапой. Он был полностью лысый, у него был подкожный клещ очень серьезный. Вот вылечили, выходили, у нас остался. О, а бумажечку надо снять. Нифига у вас сегодня пируха. Пируха. Давай, Илюш, ты всю пируху пропустишь. Всю пируху. Мико у нас в гостях, вот она идет, свинка Пеппа, розовый нос. Она раньше у нас жила, пока хозяева решали жилищный вопрос. Потом забрали, сейчас уехали. Они на каникулы, она к нам на каникулы. Кто еще? Про кого еще рассказать? Иди скорее, мой царёчек. Сейчас мама камеру выключит и снимет тебя. Да.